Мы очень давно планировали сделать выпуск, посвященный одному актеру. Джокер из фильма Тодда Филлипса, роль Комода. В фильме он показан чудовищным злодеем, убивающим собственного отца. Да-да-да, не удивляйтесь, роль Иисуса Христа. Наверное, актер должен пройти большую сложную эволюцию для того, чтобы дозреть до роли Наполеона. Сегодня наш герой – артист Хоакин Феникс.